Павел, добрый день. Добрый день, капитан команды РЕН. Ну, во-первых, как бы с победой. Вот. А, в принципе, был тяжелый матч, соперники очень хорошие. А, но у них, наверное, после гола они чуть посыпались, уже меньше было комбинаций. Во втором тайме вообще свалились только на навесы. Вот. Ну, у нас сегодня ребята молодцы, играли четко, играли до конца, бились, боролись, поэтому и результат достойный. Как считаешь, это один из ваших лучших матчей? Или... Нет, ну, были получше, но сегодня очень много реализовали. Во-первых, сегодня много играли через низ, ушли от этих вот просто навесов постоянных вперед, поэтому качественно сыграли сегодня очень хорошо. Вот. Ветер как-то влиял на игру сегодня? Ну, в первом тайме, да, было как бы чуть тяжеловато, во втором попроще, но все равно вот эти отскоки, ветер, мяч тормозит. Но вообще, погода на самом деле отличная. Просто сыграли с удовольствием, так что спасибо за игру команде, спасибо моим ребятам. Последние минуты считал уже? Ну, понимал, что уже надо, как бы, потому что ребята пошли в навал, вот, и у нас были моменты, когда не забили. Просто, в принципе, пару моментов реализовали бы, и концовка не была бы такой напряженной. Понятно. С победой, удачи. Да, спасибо.